Здравствуйте! Сегодня я хочу вам показать очень интересный аппарат, квадрофонический ресивер Marantz, модель 4230. У него есть встроенный процессор Dolby, встроенный процессор квадросигнала, встроенный генератор настроечный, много чего есть хорошего, может быть. Многие сегодня этими вещами пользоваться не имеют и, может быть, даже не понадобится. Но как дань техническому процессу, а самое главное звучание, я думаю, его надо послушать. И кто решит стать его обладателем, тем людям можно тоже четко позавидовать. Это радио. Сейчас включим CD-проигрыватель. Короче, играет он очень, это так просто скромно говоря, хорошо. Потрясающая сцена. Аппарат очень достойный, не очень мощный, там 30 ватт при 8 омах на канал, но этого достаточно, чтобы слушать в небольшом помещении. Главное, наслаждаться богатством звука и музыки. Короче, на этом мы с вами показ заканчиваем. Я вынужден прощаться. До новых встреч. До свидания.